Твоя жена прекрасна. Как ее имя? Найобис. Необа, господин. Rise. Поднимись, Найоби. Необа. Окажите нам честь и испейте нашей воды, господин. Буду счастлив сделать это. Please, садись. Я всегда был о тебе высокого мнения, Варен. И мне говорили, что твои соседи тебя уважают. Надеюсь, что так. Поэтому я и пришел сюда, чтобы ты согласился избраться в магистрата Нижнего Авентина по моему списку. Благодарю. Итак. Господин, ваше присутствие здесь — великая честь для нас, великая честь. Но при всем моем к вам уважении я должен отказаться. Ты по-прежнему не одобряешь мою политику. Со всем уважением, господин. Мне не по душе ваши цели. Я знаю это. Станя магистратом, мне придется выражать свое мнение. А ты не станешь выступать в пользу тирана? Я не могу выступать против своих убеждений. Превосходно. Но ты ошибся во мне. Я не тиран. Я получил полномочия диктатора законным образом. И я сложу их в пользу народа и сената, как только смогу. И мне не будет покоя, пока вновь в Риме не воцарится Золотой век. Но что я могу сделать один? Ты со мной?